Так, всем привет. Кое-что еще расскажу по поводу чистки грибов. Вот вы можете обратить внимание, что у этого масленка я сняла шкурку. Но здесь были налеплены старые травины, которые вот просто так, они не снимались. Поэтому пришлось шкурку, эти травинки удалить вместе со шкуркой. Но согласитесь, что с двух корзин почистить шкурку, эту пленочку, там пускай с 20 грибов, это же не две корзины перечистить. Вот. Значит, если вы где-то там в запале не срезали гриб, а вот у вас такой неровный, как бы, ну, сорвали, обязательно это надо обрезать, чтобы срез был ровный. Вот здесь видно, что он червивый. Значит, мы отрезаем. Смотрим здесь. Значит, и вот идеально чистый кусочек. Его мы бросаем для дальнейшей переработки. Ни в коем случае не надо жалеть. Ой, это же белый, ну подумаешь, там червячок там прошелся, там еще как. Ну вот, не надо такие грибы брать. Вот специально сейчас, сейчас. Вот, почему? Потому что говорят, ой, можно же в соленую воду их положить, червяки всплывут. Боже мой, ну мы что, совсем уже обдрябли, что не можем грибов себе набрать? Да даже если их нету, даже если вы их купили, и вам жалко как бы денег. Ну, блин, я же вот покупала эти там. Он же, это же белый. Вот как его выкинуть? Не надо его замачивать в воду, чтобы там червяки всплыли. В грибе останутся обязательно продукты жизнедеятельности вот этих червяков. Ну, зачем вам есть грибы с какашками? Ну, блин, сами-то подумайте. Вот, дальше. Это по поводу, что если только червоточины или что, мы выбираем все до чистого. До чистого. Вот здесь вот где-то был червяк прошел, вот все. Идеально чистое. Режем на грибы на такие кусочки, которые мы будем употреблять. То есть большие грибы не надо вот целиком их варить. Они не проварятся. Потом, разрезая гриб, мы убедимся в том, что там нету червяков. То есть вот такие небольшие кусочки, желательно одного размера, чтобы они одинаково проваривались. Значит, дальше что хочу сказать. Вот, например, белый. Специально его оставила, чтобы почистить. Значит, часто очень в лесу идешь и смотришь, срезан гриб, и вот колесиками порублен прям гриб. То есть что? Человек срезал, ага, червяк прошел, и обрезает вот так. Не надо так делать. То есть вы принесли гриб домой, обрезали ножку, положили шляпку. Ножку режем вот так, пополам. Открываем, смотрим. Чистая, идеально чистая, никаких червяков. Вот черненькое убрали здесь. Тогда мы эту ножку спокойно режем сюда. Целую ножку никогда не резать, обязательно разрезать вдоль. Ну и шляпку точно так же. Я хочу вам найти просто сейчас, чтобы червоточинки были внутри. И я вам покажу. Ай-яй-яй.